Париж, 2013 год. Ты правда не хочешь остаться? Стену разрушат в следующий понедельник. Откроются отделения полиции и школы в конце этого месяца. Ну же, улыбнись, ты что, недоволен? Я надеюсь, что наше правительство сделает то, что обещало. Не беспокойся, это закон, а я прослежу, чтобы закон не забывали. Три года спустя. Правительство сменилось. Но все остальное осталось прежним. Тринадцатый район. Ультиматум.
Давай! Внимание! Генерально! Стрелять! Враг на мой! Эй, ты! Зачем привел легавы? Извини. Извини? Ты бредноват для нашего района. Прости, я дальтоник. Ты издеваешься? Дуду! Успокойся. Дуду, милое имечко, ты не участвуешь в гей-параде? Я смотрю, ты сейчас в хорошей форме. Стараюсь. Ты! Убери туристов. Пошли. Ну а чё? Уходим! Смотримся! Лейто, хватит пробивать дыры в стене. Наш район не швейцарский сыр. Извини, не сдержался. Но я не хочу сидеть в клетке. А ты не в клетке, друг. Ты свободен, и здесь твой дом. Мальком, мы как скот в загоне. И так было с моего рождения. Ничего не изменилось за эти 3 года. То есть не сдержало правительство своих обещаний. Да, это настоящий скандал. Мы здесь в гетто, Малько. Вспомни историю. Варшава, Суэта, везде одно и то же. Сначала устраивают эти поселения, а потом уничтожают их жителей. Я человек темный, Лиито. Я только вижу, что эти стены нас защищают как крепость. Они исключили нас из своего общества, а мы создали свое, более прочное, и оно функционирует. И, честно говоря, я лучше буду королем в этом маленьком царстве, чем дыркой в заднице их империи. Так что, будь любезен, прекрати дырявить стены. Ты меня понял? Союзы хотят выехать через северные ворота. Ты всегда опаздываешь к раздаче. Подарок. Слушаю, босс. Хорошо, босс. Проезжай. Пропустите! Товар прибыл. Позвать первого клиента. Девки, пусть выйдут. Кроме вон той. Она пусть останется. Хорошо. Гони их. Все на выход. А ты сюда. Подойди к хозяину. Давай, танцуй. Thank you.
месье Вуз скоро вас примет. Скажи ему, чтоб вшилил своей толстой задницей. Сами скажите ему об этом, месье. Чего? Встань на колени. Хочешь больше заработать, должна больше работать. Это ты встанешь на колени. И руки за голову. Да вести. Хуже. Легавый. Месье Вуя Утре, вы арестованы. Вы должны хранить молчание, пока не предстанете перед следователем. Если ты думаешь, что... По-французски это означает «заткнись». Нет, это ваша династия Мин, 12 век! Она фальшивая, я отнес настоящую в музей. Остальное тоже подделка? Почти. Кроме Ван Гога. Приказа в центру. Наживку я насадил. Бросаю леску в воду. Как поняли? Я понял, стрекоза. Мы начинаем. Это я наживка? Я бы назвал тебя паршивой собакой. Но так как мы на рыбалке, это более уместное слово. Как это на рыбалке? Не переживай. Сейчас поймешь. Спокойно, господа. Санитарный контроль. Мы хотим видеть патрона. Месье, на контроле у входа два полицейских. Наверняка есть и другие. Вполне вероятно. Надень это. Вперед. Вот так. Ничего не выйдет. Видишь, уже клюет. Не получится, здание заминировано. Если было бы легко, меня бы не послали. Это что? Все просто. Если вякнешь, останешься без щеки. Хочешь попробовать? Здорово. Я отмечу в рапорте, что ты сотрудничал. Стрекоза центру, начинаю рыбачить. Месье Ву ждет вас. Только вы, без свидетелей. Жди меня здесь. Месье Ву, я рад вас видеть. Не двигаться. Руки вверх. Вперед. Господа, прошу вас. Блин, что за дела? Мы что, крайние? Да нет, просто сначала старше. Егор, мы знакомы? Да, твои фото я обожаю. Черт. Давай. Голову вверх. Что это? Это то, что вы изобрели. Господа, пойдемте со мной. Они над нами издеваются. Да ладно, Сэп. Сейчас и мы пойдем. Да ты знаешь, сколько еженедельно мы берем у этого пидора? Расслабься, Сэп. Мы же не спешим. Вот тебе Маргариту принесли. Расслабься. Плевать, я хотел твою Маргариту! Мне нужен мой товар! Стрекоза в садке переполох, требуется вмешательство. Месье Сэр, а я за вами. Ответь мне, корова, ты как со мной обращаешься? С каких это пор я крайний? Лучше всегда на закуску. Руки в стороны. Кто этот тип? Кто это травести? Что за шутки?
Да ты нашпигован, как ракета. О, да! Я не спал уже 3 года. Это очень вредно. Все хорошо, это упало у вас. Стрекоза, центр. Рыбалка окончена. Давайте, сачок. Понял, стрекоза. Сейчас будет. Не двигаться! Все на землю! Живо! Руки на голову! Будем, ребята! Стопло, стопло, стопло! Это полиция! Бежим! Давайте, давайте, ребята! За мной, внутрь! Ты не выйдешь отсюда живым. Вонючий легавый, отсюда нет выхода. Ты уверен? Подними меня! Подними меня, чертов ублюдок! Ты мне не подскажешь, кот? Лучше сдохнуть. Я дурак. У меня есть ключ. Давай дальше. Второй прибыл! Давай! Подходим! Да выключите его, этот чертов бар! Я забыл вас предупредить, тут везде бомбы. Что происходит? Китайская рожа, пидор. Я выйду через другой выход. Пошли! Осторожно. Картина стоит 200 миллионов евро. Это Ван Гог. Шальная пуля или царапина, и картины нет. Ah!
Порядок, я добрался до клавиш. Познакомимся? Эта штука оставляет нам мало времени. Стрекоза центра, у меня здесь бомба. Бомба? Есть идеи? Вы где именно? В лаборатории, в подвале. Хорошо, вышлем технику. Принимайте посылку. Приятно видеть приветливые лица. Повреждений нет? Нет, не думаю. Я имел в виду вас. Нет, майор, спасибо. Это чувствуешь только на следующий день. Езжайте домой, отдохните, рапорт напишите завтра. Нет, лучше сейчас, пока я все помню. А завтра я подольше посплю, если вы не против, командир. Раньше полудня, чтобы не появлялись. Это приказ. Спасибо. Отличная работа. Спасибо. Здесь все в порядке. Все чисто. Приведите их. Господа. Красиво, да? Прекрасно. Сколько нужно времени, чтобы построить такую башню? Это зависит от строительного законодательства. В Эмиратах 8 месяцев, здесь 8 лет. Хм.
Ясно. Да, открывайте. И будет еще столько же, когда стройка начнется. Двойная сумма за разрешение на строительство. Операция начнется сегодня вечером. Отлично. Спасибо, ребята. До завтра. Пока, Дамьен. Какой же у меня код? Черт. Дамьен? Ты забыл про меня? Нет. Я просто немного расслабился перед встречей с тобой. Я уже 8 часов тебя жду. И я в суперформе. Давай. Нет, нет, подожди. Подожди, у меня все болит. Все-все? Почти. Не пойму, ты что, в макияже? Да. Это для работы. Для работы. Похоже, ты днем подрабатываешь девочкой. Это для работы, говорю тебе. Значит так, в твоих интересах заняться мною, или я займусь твоей репутацией? Я слушаюсь. У тебя нет другой музыки? Извини. Повторяю, белый пижо, торговая зона, 7-й район. 134-й, мы едем. Вас понял, 134-й. Подожди, подожди. Это он, сделай погромче. Нам кажется, кто-то звонит. Алло, это Самир, да? Да, привет, Скайро. Привет, откуда ты нам звонишь, Самир? Я звоню тебе из гостиной. У меня супер большая квартира с видом на Эйфелеву башню. Красивый вид, я рад за тебя, Самир. И где же этот твой дворец? На Елисейских полях. На Елисейских полях. Хороший адрес. Слушаем тебя. Хочешь кому-то передать привет? Да, конечно, Софье. Я в нее по уши влюблен. Когда я ее вижу, она словно все вокруг освещает. Самир влюблен. Что ж, посвящается Софье. А для Самира я поставлю Don't Stop the Music, DJ K-Slay. О, нет, эти деревья, стыдни ремень. Что они вообще здесь делают? Черт. Да ладно, мы же ничего не сделали. Самир. Да? Легавый. Тише, музыку. Да ладно, это всего лишь музыка. Что мы сделали? На тон ниже, ты поняла? Ваши документы. Передай мое удостоверение, ну же. Чья это машина? Моего отца. Ваши права? Я же не еду на ней. Ты за рулем или нет? Живо показывай права. Мне 17 лет, у меня нет прав. Мы ничего не делали, мы слушали музыку. Блин, с каких это пор запрещено слушать музыку? Мы не пьем, не курим, никому не мешаем. Все, хватит, выходите из машины. Нет, не выйду. Давайте живо. Опять повредили камеру. Уже достали эти подростки. Сделай копии записи и перешли в уголовку. Хорошо.
Это что еще за хрень? Не знаю. Давай, снимай, снимай. Что тут, месье Жан? Обычная проверка. Две девушки слушают в машине музыку. Что тут такого? В этом районе и девушки перевозят траву. Сегодня мы будем великодушны. Умеешь водить? Ну, да. Исчезни. Но у меня нет прав. Исчезни! Блин, она уезжает на машине отца. У нее и прав-то нет. Что будем делать? Едем за ними? Нет, нет, останемся. Снимай, снимай. Что-то здесь не так. Вы из какой службы будете? Особая служба. Садитесь в машину. Ни хрена себе! Не дергайся, снимай. Эти психи застрелили полицейских. Я же сказал, что-то здесь не так. Что за бред? Сними-ка номера крупным планом. Нужно, чтобы их было видно. Ладно, увеличиваю. Мы с этим можем выйти на вечерние новости. Пока мы ни с чем никуда не выходим. Дай мне камеру. Самир, прикинь, одни легавые убивают других легавых. Это бомба! Именно. Перед тем, как ее взорвать, подождем официальной версии. Согласен. Легавые здесь? Ты чё несёшь? Совсем спятил? Легавые. Эти ублюдки ничего не боятся. Если кто выйдет, я его шлёпну. Эй, братаны! Вы чё, заблудились? Это не местная тачка. Ты уверен? Небось, пьяный в заднице. Они в кадре? Эй, это наша территория, слышишь? Проваливай отсюда домой, понял? Блин, Мороза, долбаные легаши! Ты посмотри на этих придурков. Давайте, стреляйте, стреляйте. Что там у нас со временем? 4:12. Сворачиваемся. Едем на базу. ДИСС. ДИСС? Ты куда? Не могу уснуть. Посмотрю фильм. Спи, мой ангел. Оружие! Положи оружие! Вы, похоже, ошиблись этажом, ребят. Я из ваших. На пол! Дамьен, сделай потише! Кто командир отряда? Надо поговорить. Это я. Я думаю, что вы ошиблись. Дамьен Томасо. Капитан сухопутных войск в составе спецподразделения. 31 год. Какая мотивация для этой операции? Капитан, мы нашли это на кухне. А вот и мотивация.
Одевайтесь, вы поедете с нами. Это невыносимо. Жорж, объясни. Ты полгода приносил мне хорошие сводки. Месье президент, мы не можем следить за каждым перекрестком или стоянкой. Я хочу услышать о нехватке средств. Мы дали 500 миллионов на пригороды. И мы вправе ждать некоторых улучшений, нет? Объясни, как могла произойти такая трагедия? Это исключение. Этот случай не умаляет наших успехов, поверьте мне. Поконкретнее. Я думаю, что это отдельный случай. Сведение счетов. Возможно. Пусть этим делом займется кто-нибудь опытный и энергичный. Ну, Томасо, например. Это же в его духе. Мы думали о нем, но сегодня его арестовали за торговлю наркотиками. Что, Томасо? Уверены? Я уверен. Я хотел наградить его медалью за заслуги. Я подумал о Гасмане, 10-е отделение. Он знаком с пригородом. Да, хорошо, хорошо. Месье президент. А, уже. Полагаю, вы в курсе произошедшего? Я проинформировал майора. Естественно. Если этот фильм показать, вспыхнет вся страна. У нас хватает проблем, чтобы добавлять к ним еще и гражданскую войну. Я улетаю в Рио на саммит Большой Десятки на 2 суток. Ровно столько я даю вам на решение этой проблемы. Естественно, без огласки. Слушаюсь, месье президент. Выложишь это в интернете, чтобы напомнить нашему доброму президенту, что война всегда была нервом демократии. Специальный выпуск. Прошлой ночью в 13-м районе произошла стычка между вооруженной бандой и силами правопорядка, которая закончилась трагически. Бандиты расстреляли патрульных полицейских. Мы нашли продырявленную пулями машину. И у нас есть видеозапись с места происшествия. Настоящая бойня. Они не успели даже пошевелиться. Эй, это все чушь собачья. Эта машина не из нашего района. Заткнись. Это все подстроено, чтобы выставить нас убийцами. Мы ничего тогда не сделали. Тогда почему ты здесь? Я делаю бизнес, как все. Как ваше правительство, которое продает нам всякую ерунду. Ветер, вот что оно продает. Тогда вали отсюда. А что это? Давай на улицу, вали отсюда. Извини. Шевелись, вали! Дени! Что ты делаешь, Дени? Давай, вперед, вперед! Иди к своим дружкам! Стой! Давай! Прекрати, Дени! Ты чё? Перестань, ты что делаешь? Дени! Ты передай им, что мы тоже! Мы ты тоже не при чём! Беги, надо. Беги! Дени! Что ты делаешь? Дени! Ну что ты делаешь? Убирайтесь отсюда, Дима! Какой район? 13-й. Прекрасно. Шеф, посмотрите, пожалуйста. Это нам передали из уголовного отдела. Эту камеру мы вчера вывели из строя, а вот что было до этого. Мы видим двух девушек, которые пришли пешком, а перед этим там припарковался бимер, но никто оттуда не вышел. Немного вперед. Когда подошли девушки, замигали фары. Вероятно, мальчишки пытались клеиться к девчонкам, и когда появилась полиция, они еще оставались в машине. Я увеличил, чтобы посмотреть, сколько их там было. И вот что я увидел. Черт, он снимает. Да. Найдите мне этого клоуна. Уже ищем. Хорошо. Там
искал тебя. Я все снял, но не успел скопировать. Держи. Успокойся, Самир, о чем ты? Это убийство полицейских подстроено. А, блин! Вот он! Стой! Стой! Стоять! Это же Самир! Эй, не трогай его! Что вам надо, твоего друга? Что вам от него надо? Отпустите моего друга! Тебя кончить здесь или поедешь с нами? Отпустите моего друга! Что вы с ним делаете? Куда они его повезли? Эй, стойте! Стойте! Эй! Четырнадцатая дверь. Открыть. Пошел. Дайте мобильник позвонить. Может и постельку расстелить. Мобильник. Спасибо. Возьми трубку. Алло. Лидо, это Дамьен. Я вляпался, мне очень нужна твоя помощь. Не надо нервничать, меня нет дома. Если что-то важное, скажите мне это лично или оставьте сообщение. Очень смешно. Вот еще одна шутка. Это Дамьен. Я в тюрьме, в подвале на набережной Орфевр. Мне устроили ловушку. Если бы ты меня выручил, было бы мило. У тебя 2 часа, чтобы вытащить меня. Потом меня перевезут. В местное Гуантанамо, думаю, как минимум. Брось телефон! Там такие красивые брусья. Я видела. Как дела? Да. Какие-то типы кружат весь день. Я знаю. Обложили со всех сторон. Укройтесь внутри и смотрите в оба. Хорошо. Думаю, проблем не будет. Мы в ближайшее время... Выйдите на минуту. Да. Ему удалось позвонить. И кому он звонил? Некоему Лейто, в 13 район. Первый отряд еще там? Да. Они задержали снимавшего. Арестуйте Лейто, нельзя рисковать. Лейто, Самир хотел тебя видеть, а я никак не могу тебя найти. Так что держи меня в курсе. Это все. Пока целую. Стой на месте! Сзади! А теперь пошли! Без резких движений. Эй, не приближайтесь! Будем стрелять. За убийство полицейского арабу дадут 30 лет тюрьмы. Подумайте как следует. С другой стороны, прикончишь араба, получишь медаль. Пошли, пошли, пошли! Блин, она уезжает на машине отца. У нее и правда нет. Что будем делать? Едем за ними? Нет, нет, останемся. Снимай, снимай. Что-то здесь не так. Снимай, снимай. Ни хрена себе. Не дергайся, снимай. Эти психи застрелили полицейских. Я же сказал, что-то здесь не так. Что за бред? Сними-ка номера крупным планом. Нужно, чтобы их было видно. Ладно, увеличиваю.
Мы с этим можем выйти на вечерние новости. Пока мы ни с чем никуда не выходим. Дай мне камеру. Было бы мило. У тебя 2 часа, чтобы вытащить меня. Потом меня привезут. Местные Гуантанамо думают, как минимум. Слезайте обратно скорее! Он ушел с северной стороны на 18 этаже. Нужно подкрепление. Дороги, дороги! Перебрался на ту сторону! Припа
Сбавь скорость, черт! Мы его сейчас схватим, жми! Черт! Ролан, у вас болезнь Альцгеймера или что? Нет, месье. Три отряда спецназа не смогли взять парня в пригороде? Этот парень невероятно ловок, месье, я сам видел. Тогда попросите его дать вам уроки. Возвращайтесь на базу. Мне надо к президенту. Вас понял. А как там все проходит? Скоро будет горячо. Сделал, будет наказан. Он слетел с катушек из-за этой нервозной обстановки сейчас в районе. Это был случайный выстрел. Объясни это его матери. Укрытие! Укрытие! Бегите! Быстро все встаньте! Бегите! Прямо в яблоко! Ладно, поехали. Я вас слушаю. Я могу увидеть вашего шефа? Шеф, тут какой-то парень хочет поговорить. Пусти его. Проходи. В чем дело? Хочу снять участок. Смеешься? Это не отель. А вывеска — полицейский участок. Уходи, пока я добрый. Выметайся! Будет лучше, если меня арестуют, потому что я потенциальный преступник. И если я останусь на свободе, могу наделать глупостей. Ты кого-то убил? Нет. Знаешь что? Приходи сюда, когда убьешь. Я отведу тебе отличный номер. Хорошо. Вот, скотина! На пол! На пол! Не двигаться! Черт! Не двигаться! Открыть 14-ю. Везунчик, у нас осталась одна камера. И вид тебе понравится. А что у вас с глазами? Ударился о дверь. Такое тут устраивает. Ну? Прямо в третьем коридоре. Стоять, ублюдок, ты отсюда не выйдешь! Тревога, тревога! Двери заблокированы! Тут это долго. Зайти позже, когда ты будешь в хорошем настроении? Нет, не надо. Я рад тебя видеть, друг. Я тоже. Там бардак. Уверен, что хочешь выйти? Надо вернуть должок. Ладно, есть план. Тебе еще и нужен план? Да, когда куда-то входишь, надо знать, где выход. Кстати, как ты сюда попал? В тюрьму попасть несложно. Открыть 16-ю! А вот выйти сложновато. Я смотрю, ты в форме. А ты как думал? Пойдем коротким путем. Это короткий путь? Сбежал. Только не говори, что он покинул здание. Нет, судя по всему, он еще внутри. Найди его. Есть. И быстро. Меньше чем за сутки весь 13-й район господин. Господа, произошли новые стычки между группировкой молодежи и стражами порядка.
Сегодня утром неизвестная бандитская группировка разнесла из базуки комиссариат, после чего число стычек увеличилось. Среди раненых много полицейских. В настоящее время волнение не утихает и даже усилилось. А что, майор? Вот пошел коктейль «Молотов». Какие новости? 13-й район вышел из-под контроля. Есть риск, что в ближайшие часы волнения начнутся в других районах пригорода. Если ничего не сделать, может вспыхнуть вся страна. Генерал, военное вмешательство все еще рассматривается как превентивная мера. Конечно, но эти банды вооружены до зубов, и без подготовки потери будут большими. К сожалению, время — это та роскошь, которой у нас нет. Месье Гасман, ваше предложение. Когда гангрена распространяется, нужно резать. О, черт! Я не для того летал в Бразилию и отказался от участия в Большой Десятке, чтобы услышать такой ответ. Я просил совета и хочу услышать совет. Хорошо, месье президент, я буду краток. Мы эвакуируем население этого района. Взорвем 5 башен, где складируется оружие и наркотики, это их присмирит. И даст рабочие места. На этом месте построим новый красивый квартал, заселим его мелкими буржуа, которые будут голосовать за вас. Это действительно кратко. Господа, ваши комментарии. Такое решение будет иметь серьезные последствия, месье президент. Есть идеи? Хорошо. Должен констатировать, что ни у одного из вас нет конкретного предложения для защиты нашей демократии, и это интересно. Напомню, что наша обязанность — это защищать французов и их интересы. И следить за тем, чтобы такие ценности, как свобода, равенство и братство, продолжали уважаться в этой стране. Это, к слову сказать, основа нашей республики. И единственное конкретное предложение — наплевать на это. Такая идея? Спасибо. Месье президент, моя идея отвратительна и разрушает основные принципы. Но у кого-то есть другая идея, которую можно было бы применить, пока все окончательно не вышло из-под контроля. Возможно, это не лучшая идея, но поверьте мне, не самая худшая. Генерал, возможно эвакуировать 1 000 000 гражданского населения за 12 часов? Если вы дадите добро прямо сейчас, возможно. Полагаю, некоторых предводителей кланов будет непросто эвакуировать. Не надо их жалеть. Генерал, начинайте эвакуацию. Завтра утром обдумаем, нужно ли разрушать эти башни. Месье Гасман, я хочу, чтобы с жителями района обращались достойно и с уважением. Подчеркиваю, со всеми. Я прослежу за этим, месье президент. Вы свободны. Туда. Осмотрите каждый угол. Мы все осматриваем. Подождем, пока все не уляжется. Ну и что же ты делал в тюрьме? У меня в кухне нашли героин. Мог бы аккуратнее с ним обращаться. Это не мой. Мне его подкинули сами полицейские. Классика. Легавые подставляют легавых, как в кино. Да. И я спрашиваю, зачем? Чтобы ты не совал нос куда не надо. Ты ведь этим занимаешься? Не понимаю. Коррумпированное правительство, чтобы провернуть грязные дельцы, устраняет некоррумпированных суперполицейских. Достаточно было отправить меня в отпуск. А ты из тех, кто едет в отпуск, когда дело нечисто? Это не по мне. Это из-за того, что происходит на улицах. А что происходит? В первом фильме показали патрульную машину, которую расстреляли в 13-м районе. Во втором фильме показали ту же машину за 2 часа до этого. Патрульные были убиты полицейскими в штатском, и машину загрузили в трейлер. И выгрузили в 13-м районе. Ухватил суть, я рад. А потом? Обычно, когда поджигаешь фитиль, следует взрыв. После твоего сообщения ко мне пришли люди в черном. Те же, кто убил полицейских. Те же, кто увез машину. И те же, кто арестовал Самира, который все это заснял. Почему ты решил, что это полицейские? Ты смеешься? Может, они выдавали себя за полицейских? А зачем? Ради удовольствия. Полицейские заинтересованы в беспорядках в этом районе.
У них будет повод разрушить его. И меня убрали, чтобы все это проделать? Похоже. Ладно, эти люди в черном были на какой машине? Большой черный внедорожник с опознавательным знаком DISS. ДИС? Я не верю. Что такое ДИС? Секретный спецбатальон безопасности. Звучит мило. Они подчиняются только генералу или президенту страны. Начальник ДИС некий Гасман, Вальтер Гасман. Твой друг? Не совсем. Я отказался служить в его батальоне. Все понятно. Есть преступление и виновник. Нужны доказательства. Вот они. Одного видео мало. Нужно найти, в чем он замешан. Ты чего? Я думаю. Не люблю, когда ты много думаешь. Кабинет Вальтера. Этого я и боялся. Где он? На втором этаже, номер 117. Ну что, действуем как всегда? Ну да, как всегда. Безлюдного пути не было. В толпе мы незаметнее. И куда они могли деться? Что будем делать? Надо подумать. Первая, это восьмерочка. Вон они! Это они! Ты много думаешь? Что ты придумал? Я их отвлеку, а ты играй в Человека-паука. 117-й кабинет. Бери там все, что могло бы нам помочь. Место встречи? Далеко я отсюда не уйду. Давай, действуй. Ну-ка, давай, врежь ему! Будете сидеть и молчать? С вами ничего не случится. Даю слово, ладно? Где он хранит свои файлы? Знаете код? Здравствуйте. Ни у кого из вас компьютер не двигался сам по себе? Да, у меня. Служба техпомощи. Я вам установлю новый сервер. Но перед этим надо избавиться от старого. Я нашел. Спасибо, господа.
Дамьен! Будет разумнее, если ты ляжешь на пол и позволишь решить твои проблемы правосудию. Ролан, я ни в чем не виноват. Я тебе верю. Тюрьмы набиты невиновными. А теперь ложись на пол. Ну что, пошли? Дырями? Нет времени открывать их. Нашел что-нибудь? Жесткий диск. Сюда. Они не должны выехать! Черт! Может, пойдем пешком? Пристегнись. Прямо. Поменяем ему обстановку. Извините. Алло. Дамьен сбежал. Как это сбежал? Этот парень Лиито. Он пришел за ним, и они сбежали. Объясни мне, как им удалось сбежать. Через ваш кабинет. Что делаем? Все останавливаем? Нет-нет, уже поздно. Военные уже на месте. Мы не успеем. В любом случае, найди эту парочку и убей их. Понял. Все такие же приветливые. Не, ты обещал мне, что здесь все изменится. Что ты проследишь за исполнением закона? Плохи не законы, а люди, которые их применяют. Как в религии. Ты какой веры? Меня крестили, когда я был маленьким. Но сейчас моя Библия — это гражданский кодекс. Что? Моя Библия — это гражданский кодекс. Хорошо, что ты в детстве не читал поваренную книгу. Ладно, мы идем или философствуем? Идем. Кому? Тао. А зачем? Хотим спасти ваш район и его жителей. Это шутка. Мы по делу. Пропустите их. Лиито, здесь не блошиный рынок. Мы взяли это у шишки из органов безопасности. Там все с грифом совершенно секретно. Сколько? Мы его дарим. При условии, что получим интересующую нас информацию. Кто этот клоун? Друг по воскресной школе. Тао, ты не могла не заметить, что выселяет весь 13-й район. Они хотят разрушить его. И клоуну нужны доказательства, чтобы остановить это.
Мануэль, займись этой штукой. Наша цель — 13-й район. Ясно? Ну и вот, я открыл. Можно лазать везде? Везде. Ничего себе. Где ты этому научился? По учебникам. Ага. Мы зовем его ученым. Меня очень Китай интересует. Пока мы видим Иран. Он меня интересует тоже. Вот, 13-й район. Вот мишени. 5 башен. И название фирмы, которая предоставила документы. Вальтер устраивает беспорядки. Президент дает добро на снос, а фирма начинает строить. Как в Ираке. Да. Только это делают французы. А как они разрушат башни? Мы на месте. Вертолеты. Один над нами. Наносят лазерные метки. По ним будут выпущены ракеты. Когда? Думаю, завтра утром из центра управления армией. Но такой приказ может отдать только президент. И как ему помешать? Посмотри в учебники. Потому что клоун немножко устал. Ты злишься, потому что я назвала тебя клоуном? Ну, извини. Я буду звать тебя Милый. Согласен? А может, просто по имени? Ладно. Как тебя зовут? Дамьен Томасо. Капитан спецподразделения французской армии. Полицейский, если хотите. Теперь рекомендую забыть все предрассудки и пожать мне руку. Тао. Очень рада. Мне приятно. Так какой твой план, Милый? Спасибо, что пришел, Малько. Понятие семьи. Ладно, проходи. Салам алейкум. Привет. Проходи. Алика, с виду слабак, но убивает на раз. Малько, специалист по мачете. Карл Скинхед. Я видел, как он ударом головы разнес машину. А малыш Монтана родился с пистолетом вместо сердца. Извините. Работа. Симпатичные у тебя одноклассники. Ну да. Надо будет с ними сфотографироваться. Господа, спасибо, что пришли. С 7 вечера 13-й район эвакуируют. А завтра утром его хотят взорвать. У меня есть кое-что в резерве.
Идея в том, чтобы объединиться и помешать этому. Кто за? Хорошо. Передаю слово Дамьену, который расскажет свой план. За оставшиеся 5 часов нужно эвакуировать всех. Мне надо 30 мужчин. Лучших в рукопашном бою. И никакого оружия, идем не на охоту. Мы должны тихо проникнуть, нейтрализовать и добраться до центра руководства операции. Вопросы? И где будет вечеринка? Здесь, в центре Парижа. Мое почтение, месье президент. Увеличь охрану вокруг здания. Скажи Малько приготовиться. Будем на месте через 2 минуты. Здравствуйте, господа. Садитесь, садитесь. Ну что, генерал, докладывайте. 2 ягуара ждут вашего приказания в 50 милях от цели. Я имел в виду эвакуацию, а не разрушение. Это ведь более важно. Извините. Месье президент. Мы эвакуировали 1,087,310 человек. Есть зоны, к которым мы не смогли подойти. Это те 5 башен, которые являются нашей целью. У них там повсюду снайперы, у меня уже 30 человек раненых. Особенно меня беспокоит мишень номер 5, так как там в подвалах несколько тонн взрывчатки. Сколько человек еще не эвакуировано? В этом районе давно не проводили перепись населения, но навскидку около 1000. Это очень много. Эвакуировать. Мы охрана. Мы тоже. Свободные. Вставляйте ключ в замок и поворачивайте его. Командование переходит к вам. 5 ракет по 1 на башню. Нужно только нажимать на красные кнопки. Честно признаюсь, господа, мне не по себе от такого решения. Месье президент, позвольте сделать замечание. Пожалуйста. Я знаю, это нечисть. Она худшая в своем роде. Не уважает ничего, ни людей, ни законов. Она убивает, без зазрения и совести ворует. Но вы в этом не виноваты. Она поселилась там до вашего прихода. А что мы можем сделать с этой нечистью? Поговорить с ней? Нет уж, поверьте мне, чтобы избавиться от нее, нужно ее уничтожить. Ваш цинизм пугает меня.
Нет, месье президент, я всего лишь прагматичен. Покупательская способность постоянно снижается. И причиной этого является незаконная торговля. Параллельная экономика, отнимающая миллиарды евро из кассы государства. После сегодняшней акции у банд уйдет не меньше 5 лет, чтобы собраться с силами. Это дает вам небольшую передышку и возможность принять второе решение. Разрушить, чтобы построить? Это единственное решение? Оно срабатывает уже 2000 лет. Пошли. Генерал, ваши вертолеты ведь оснащены тепловизорами последнего поколения. Так точно. Пошлите их туда. Пусть сканируют эти здания. Я не вставлю ключ в замок, пока не буду уверен, что в этом районе не осталось ни одного гражданского. Понятно? Хорошо, месье. У нас проблемы. Какая-то банда проникла во двор и... Так разберитесь. Мы пытаемся, но их много. Я ими займусь. Посмотри, что там. Я вас догоню. Монтана, мы решили без оружия. Не беспокойся, Валько, я лишь модифицирую систему безопасности. Что происходит? Не беспокойтесь, здание находится под надежной защитой. Успокойтесь. А этим я сам займусь. Как будем биться? По всем правилам. Правила нужно соблюдать всегда, а не тогда, когда тебя это устраивает. Я никогда не узнаю твою боль, Снежок. У меня стальные яйца. Береги уши и член. Оле! Ну как, осел? Страйк! Держи меня в курсе. Месье президент, люди из всех 5 башен полностью эвакуированы. Не понимаю. Еще час назад вы не могли никого вывести. Я сам не понимаю. Возможно, распоряжение всеобщей эвакуации наконец дошло и до них. Как бы там ни было, все башни абсолютно пусты. Ну тогда...
Плутон номер один. Где вы находитесь? Будем на месте через минуту. Они на месте, месье президент. Все сюда! За мной! Здесь центр управления французской армии. Я приказываю вам... Если не заткнешься, еще получишь по морде. Понял? Господа, я президент республики. О, в курсе, у нас в районе есть ТВ. И даже есть интернет. Капитан Томасо, я жду объяснений. Я хочу, чтобы вы это посмотрели, месье президент. Снимай, снимай. Что-то здесь не так. Что за бред? Снимай, снимай. Ни хрена себе. Кто это такие? ДИС. Спецоперация. Убивают полицейских, чтобы спровоцировать район, все взорвать и позволить фирме Грибертон застроить район по новой. За солидные комиссионные. Это бомба. Если недостаточно этого видео, вот доказательство связи Грибертона и шефа ДИС. Ты ошибся, Вольтер. Не надо было меня арестовывать. Надо было отправить его в отпуск. Всем стоять! Иди сюда. Доставай ключ. Доставай ключ! Живо! Живо! Доставай ключ! Доставай ключ! Живо! Живо! Что там у вас? Скоро будут новые выборы. А перед этим фейерверк. Вставляй в замок. Никому не двигаться! Поворачивай ключ. Давай! Поворачивай! Сигнал получен. Ракеты в боевой готовности. Давай! Хватит, Гасман. Это не поможет. Военный всегда выполняет задание. Даже ценой жизни. Это дело чести. Но в ваших вонючих кварталах это понятие совершенно неизвестно. Да, верно. Для нас важно другое понятие. Понятие семьи. Которое объединяет нас. И защищает. И сплачивает. Верно. Я вас объединю, вы у меня заревете. И вместе умрете. Нажимай на эту чертову кнопку. Ты куда пошел? Никуда. Мне просто интересно. Ну да, как я и думал, сигары. Брось ее! Томасо, ты... Оп, в мою коллекцию. Отличный берберский ковер, месье президент. Подарок. Господа. Мадемуазель, прошу прощения. Не знаю, что я сказать. Спасибо вам огромное. Я вам обязан. Думаю... Вам очень обязана Франция. Я знаю, что вы наслушались всякого от политиков, но уверяю вас, что в ближайшие двое суток я лично выделю беспрецедентную сумму, чтобы ваш район вновь обрел свое достоинство и место в нашем обществе. Спасибо. У меня вопрос, месье президент. Слушаю. Зачем тратить средства на обновление трущоб? Почему бы не начать с нуля? Это как? Построить настоящий пригородный район с зелеными зонами, с предприятиями. Я этим займусь. Дамьен, вы будете отвечать за этот проект.
Есть, месье президент. Даю вам слово, как президент страны. Честное слово? Честное слово. Господа? Мне подходит. Я за. Согласна. Идет. Да. Хорошо. Режиссер Патрик Алессандро. В фильме снимались Сирил Рафаэли, Давид Белль, Филипп Тарантон, Даниэль Дюваль, Элоди Юн, МС Жан Габен, Джеймс Дино, Ля Фуин, Фабрис Флетцингер, Пьер Мари Мускани. Автор сценария Люк Бессон. Музыка Дак Табус, трек «Инвадерс». Главный оператор Жан-Франсуа Анжан. Фильм дублирован на студии «Санатек» в 2009 году. Режиссер дубляжа Сергей Быстрицкий. Звукорежиссеры Дмитрий Ширяев, Андрей Бронников. Перезапись Владимир Прямов. Роли дублировали Елена Чеботуркина, Ольга Голованова, Александр Гаврилин, Александр Коврижных, Никита Прозоровский, Юрий Меншагин, Олег Куценко, Александр Котов, Даниил Ильдаров, Александр Комлев, Диомид Виноградов, Сергей Чунишвили и другие. А также комментатор Нагану совместно с Баатиштой и ваш брат мистер Блэкстар, он же Тимати. L'identité nationale pour nous c'est de la pure lutte. La rue de la blatte, ici les gens luttent. Les assos se battent que quand l'état juge sa langue de pute. Y'a ceux qui vont en vacances pour apprendre la culture des autres. Nous on se barre au bled pour se réapproprier la nôtre. Y'a ceux qui ont besoin d'aller loin pour comprendre les gens. Nous, pas besoin la différence, on a grandi dedans. Nous la différence, on a grandi dedans. Avec nous sans la France. Nous, la différence, on a grandi dedans. Знаете Жанна Нувеля? Нет. Нет? На той неделе приходил ко мне с наркотой. Нет, это архитектор. Я так и думал. Je suis né dans la région la plus pauvre de France, 59 mon code barre.
tatoué dans la souffrance. Attention et Rémi, rebelle et taxé de communautaire. La lutte des classes n'est pas finie pour les fils de prolétaires. Né dans une tour, quartier, moulin à l'île, j'aurais pu naître trois ponts ou la cité des 4000. C'est la même merde où les flics descendent à 1000. Demande à Villiers Lebel où on est les 3000. La même réalité de la grande bande franc moins 1. Des courtilières de pantins, de corps payés, ça n'a en zin. Tous liés par la même destinée. De la Castellane à Marseille en passant par les bidets. On a les nerfs de Grande Sainte à Saint-Nazaire, même à Nevers. Les cités crèvent de la misère, on est vénère. Comme la cité Tasse face au Tasser. Comme la cité de Forbach et les cités minières. J'ai voulu voir Vesoul et j'ai vu mon marin. Le quartier d'Amiens, le Clos, Saint-Lazare-Astin. Chez moi, c'est la même réalité qu'à chez toi. Et chez toi, c'est la même misère qu'à chez moi. Là où y'a trop de misère, chez moi. Trop de violence policière, chez moi. Là où l'oppression pèse, chez moi. Là où la lutte est nécessaire, chez moi. Là où s'inquiète les pères, chez moi. Là où s'inquiète les pères, chez moi. On n'est pas prêt à faire, chez moi. Et encore moins se laisser faire, chez moi. Ce sont les mêmes vies brisées de la goutte d'or à Sevran. Si tu savais pas, je te l'apprends ici, y'a bien de ce franc. Normal alors de courir après les billets. Que le bise, il est calme, attire les gamins comme des mouches par milliers. À quoi veux-tu que l'on rêve quand l'horizon est bouché? Quand on vient de la cité d'une offre ou la cité de Pigné? Quand on vient de l'île sud ou de Malakoff à Nantes? Des grands ensembles de Vitry, de Trappes ou de Mans. Tous liés par la même destinée. Des quartiers du Havre jusqu'à ceux des Bernets. On a les nerfs face aux bavures policières. Même à HR, on crève de l'échec scolaire. On est vénère de remplir les prisons, les cimetières. Avis aux riches, la France est une poudrière. J'ai voulu voir Chemont et j'ai vu l'Ambresson. C'est comme la Seine-Saint-Denis ou Auxerre-Saint-Siméon. Chez moi, c'est la même réalité qu'à chez toi. Et chez toi, c'est la même misère qu'à chez moi. Là où y'a trop de misère, chez moi. Trop de violence policière, chez moi. Là où l'oppression pèse, chez moi. Là où la lutte est nécessaire, chez moi. Là où s'inquiète les pères, chez moi. Là où s'inquiète les pères, chez moi. Où on n'est pas prêt à faire, chez moi. Et encore moins se laisser faire, chez moi. Alors que Paris concentre le pouvoir et richesse, n'oubliez pas que nous sommes aux portes de la forteresse. La France a sacrifié sa jeunesse. Demandez-vous alors jusqu'où peut nous porter la détresse. Des quartiers des Ulysses, de Belle Paye à Angers, de Damary-l'Hélice, nous voyons venir le danger. De la Sud de Compiègne jusqu'à la Sud de Tourcoing, de la Sac de Portel au Dom-Dom de Lamantin. Tous liés par la même destinée, de Clichy-sous-Bois en passant par le Vernet. On a les nerfs de Toulouse à la Basse-Terre, même à Nanterre, mal logé, on veut pas se taire. On est vénère devant le broyage judiciaire, le racisme de cette France qui sent la poussière. J'ai voulu voir l'égalité, j'ai vu des teneurs de son qui parlent de république, qui pompent des bandits. Donc bref, chez moi, c'est la même réalité qu'à chez toi. Et chez toi, c'est la même misère qu'à chez moi. Là où y'a trop de misère, chez moi. Trop de violence policière, chez moi. Là où l'oppression pèse, chez moi. Là où la lutte est nécessaire, chez moi. Là où s'inquiète les pères, chez moi. Là où s'inquiète les pères, chez moi. On n'est pas prêt à faire, chez moi. Et encore moins se laisser faire, chez moi.